Светик, мне так приятно, что ты по первому звонку, как пионерка, сказала: «Да, я еду». Ты не разочаровалась? Конечно нет. Это для меня большое счастье и огромное спасибо, что вы меня пригласили на этот чудесный планер. Прекрасные здесь хозяева, радушные. Нас встречали с хлебом, с солью. И вот так вот радушно нас прошел весь планер. Чудесная компания, чудесные художники. Мы у них учились, они с удовольствием нам, открыв душу, все рассказывали, все секреты. Мы записывали, повторяли. И надеюсь, что мы еще не раз сюда вернемся, потому что более комфортных условий я никогда не встречала. Более радушных людей. И хочу поблагодарить и голову Селищної Ради, даже Селищної Об'єднаної Ради, его замечательную, очень умную, мудрую женщину, супругу. Супругу, учительницу, которая, ну, потрясающая, просто она как берегиня этого района. Я надеюсь, что у людей все будет хорошо с таким мэром и с такой поддержкой. И я хочу их поблагодарить, что они взрастили здесь вот таких вот чудесных детей. Здесь дети, ну вот я сама мать двоих детей, и я бы очень хотела, чтобы мои дети были похожи на детей, которые живут в этом районе. Они настолько воспитанные, они настолько открытые, дружелюбные, и у них сумасшедший творческий потенциал. Судя по работам, которые здесь представлены в прекрасном дворце культуры, я восхищена, я просто. Скажи, если в следующем году мы услышим снова звонок и нам скажут: приезжайте, ты приедешь? Я уже соберу чемодан на следующий год. С удовольствием.